Вы все знаете, что Александр Николаевич Вертинский придумал себе такой тонкий образ грустного клоуна Пиро. Так удобно, на самом деле, скрывать слезы и радость. А я себе придумал неожиданно не менее тонкий образ веселого клоуна Буратино. И вот, вот представьте, я в образе Буратино сижу сейчас ночью, вот луна где-то. Но где ж вы? 90-е лихие, как вас потом писаки назовут? Я зарываю в землю золотые, хоть понимаю, что не прорастут. В чести теперь иные прибамбасы, у века норов неизменно крут. На Банковой, ну такая улица есть в Киеве, сплошные карабасы партийным списком Олимп идут. На Банковой сплошные карабасы партийным списком Олимп идут. Куда несешь безумцев, птица тройка? Какие нам готовишь пироги? Цветет от пышных лозунгов помойка. Куда ни плюнь, кругом одни враги. Печаль мою переполняют знания, по телеку насилие и секс. А я шепчу смешные заклинания, затертые с годами крекс, бэкс, фэкс. А я шепчу смешные заклинания, затертые с годами крекс, бэкс, фэкс. Зачем я здесь, какие тешат тщеты? Со временем надежды все слабей. Не по карману даже туалеты. В уме считаю тихо, эйн, цвейн, трейн. Но темной ночью выйду на дорогу и побреду, не чувствуя озноб. Висит луна в пустыне, внемлет Богу. И верю, золотой мой прорастет. Висит луна, пустыня внемлет Богу. Я верю, золотой мой прорастет.